Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Алла Лука Лайв. Приятно быть с вами на связи. Рада каждому подписчику и зрителю моего канала. Подписывайтесь, ставьте лайки. Рада обратной связи. Сегодня в небольшом видео продолжаю показывать город Монреаль. Здесь мы видим улицы старого Монреаля в провинции Квебек, Канада. Старый Монреаль в округе Вильмари, основанный французскими поселенцами в 1642 году, является историческим центром в городе. Посмотрите на эти здания, которыми хочется любоваться. Они в прекрасном состоянии. Впечатление, как будто ты попал во Францию. Прогуливаясь по улочкам старого Монреаля, видишь чудесное чудо. Магазин рождественских елочных игрушек. В провинции Квебек много есть интересного, но магазин елочных игрушек, который работает круглый год, удивляет. Этот магазин по-рождественски оформлен. Но не только оформление поражает, но и музыка рождественская, которая звучит круглый год в этом магазине. И, конечно же, удивляет этот магазин туристов в летнее время. Прогуливаясь по городу в летние месяцы и видя магазин с новогодними игрушками, ну кого это не удивит? И все заходят, рассматривают, так как украшения очень красивые. Магазин притягивает красивым оформлением. Хочется купить все, но цены достаточно высокие, и поэтому многие только ходят и любуются, и считают, что не время еще покупать. Но все же нужно что-то купить, чтобы не жалеть потом, что не купил. Как же можно не делиться с вами всем тем, что я вижу? У нас с вами идеальная прогулка. Монреаль – самый крупный город в провинции Квебек и второй по величине город в Канаде. В городе официальный язык французский, но население легко переходит на английский язык. Вне зависимости от сезона года, старый Монреаль красив и неповторим. Как главный исторический район города, он окружен зданиями, построенные в 17 веке. Эти улицы привлекают туристов. Здесь гулять очень приятно. Город стоит на острове у слияния рек Отавы и Святого Лаврентия. Монреаль – быстрорастущий город с живописными окрестностями, по которым приятно гулять. Друзья, спасибо, что вы со мной. Я очень люблю рассматривать архитектуру городов. Кто со мной на канале давно, конечно, это заметили. И мне приятно, что вы со мной. Значит, вам интересны мои ознакомительные видео. Не каждый может путешествовать по Канаде и смотреть архитектуру страны, растительный, животный мир. Друзья, оставайтесь со мной. Мне приятно быть в вашей компании. Ну и немного в конце видео для вас огни вечернего Монреаля.